Всем здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу попросить у вас о помощи, о поддержке. Пожалуйста, не проходите мимо. Помогите, пожалуйста, кто чем может. У меня очень сложная жизненная ситуация. Я буду очень благодарен вам, если вы поможете. Приятного вам просмотра. Выдающиеся условия для футбола сегодня созданы на арене Сток-Сити, и погода под стать стадиону. Георгий Черданцев и Константин Генич сегодня смотрят футбол вместе с вами. Групповой этап Лиги Чемпионов вашему вниманию в прямой трансляции на EA Sports TV. Это Хоффенхайм против киевского «Динамо». Продолжается у нас групповой этап, и нас ждет очень интересная игра. Ошибаться никто не захочет, и терять очки тоже, поэтому команда на поле выходит за результатом. Сегодня отличная возможность решить некоторые из своих задач в этом турнире. Начинается наш матч, и вместе с ним стартует групповой этап Лиги Чемпионов. Состав Хоффенхайм. В воротах Бауман. Кадыржабик в обороне играет с Анхелиньо на флангах защиты. Гайгер начнет с делений в центре полузащиты. Впереди будет действовать пара форвардов. Да, любопытно будет посмотреть, как они друг с другом будут взаимодействовать. С мячом вперед он идет. Как здорово он сыграл на перехвате. Вратарь в этом моменте выручил команду. Хороший прыжок получился и очень непростой мяч потащил. И в центр штрафной подача. Спасает защитник свою команду. Да, момент острейший. Вынес мяч защитник прямо с ленточки. Что можем сказать о нем перед матчем? Готов, будет играть, будет забивать. Наверняка он будет маневрировать на передней линии и ждать шанса для решающего удара. Это мастер завершать атаки. Отличная позиция, нужно забивать. Очень опасный момент, но до ворот мяч не долетел. 11-метровый, без вопросов. Отличная возможность открыть счет. Потащил один удар, но может быть и второй. Каким опасным мог быть этот удар? И хороший отбор. Ворота все ближе. Хорошее движение вперед. Можно забивать. Есть гол. Счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Какой классный пас в разрез у него получился. Еще раз мы смотрим этот гол. И абсолютно зрячий завершающий удар с такого расстояния, с которого обычно мячи не берутся. Классная комбинация. Один ноль в нашей игре. Пас неточный, мяч уходит за боковую. Здорово сыграно, мяч остается в игре. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Будут вбрасывать мяч из-за боковой они.
Вот так он уходит с фланга. Пожалуй, его самый важный перехват в матче. Оливер Бауман классно вытягивается и справляется с ударом. В центр штрафной мяч направлен. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар — великолепная реакция голкипера. На коротке решили разыграть угловой. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Этот навес никого из своих не нашел. И в очень неподходящем месте сфалил игрок. Вполне может карточку получить за это. Желтую карточку получает игрок, который несколько слов уже выслушал от арбитра. Выслушать-то выслушал, но выводов, к сожалению, не сделал. И очень зря, как мы видим. Есть удар! Классно пробил, ничего не скажешь. Еще раз повторяют гол. Решился он на удар с очень дальней дистанции и не прогадал. Удар получился пушечный. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Долберг. Атака продолжается. Много вариантов впереди. А теперь мяч у киевского «Динамо». Артем Беседин. Спорить тут никто не будет, чистая желтая. И удар! Бауман, вот так он играет и спасает команду. Решили коротким пасом разыграть этот угловой они. Легко забрал этот мяч голкипер. Было бы странно, если бы он после этого удара пропустил. Павел Кадыржабек. И пас перехвачен. Артем Беседин. И бьет он! У Оливера Баумана все под контролем, он дотягивается до мяча.
Мяч летит в центр штрафной. Ничего опасного, здесь мяч выносит. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Угловой сейчас будет. Центр штрафной, пошла подача. И ничего опасного здесь. Подача, чей мяч будет? Он очень вовремя вмешался, это мог быть гол. Арбитр ставит на точку. Реализует он пенальти. Смотрим еще раз. Идеально исполненный пенальти. Четко по центру. И здесь голкипер проигрывает дуэль. Невероятное начало матча. Еще и 45 минут не прошло, а игра уже превратилась в пустую формальность. Каспер Долберг. Судья решил добавить 3 минуты. Баумгартнер. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Ну вот, стоило только заговорить мне об атаке, как они потеряли мяч. Артем Беседин. Я вот не уверен, что такой футбол нужен. Катают мяч на своей половине поля, вроде и выигрывают, но играть-то не играют в данный момент. Ну и все, судья дает свисток, далеко не уходите, уже скоро мы продолжим. Вообще, надо сказать, что мы от него ждали большего, верно, Константин? Да, к сожалению, сегодня мы не видим не только угрозы воротам соперника, но даже вразумительных действий и движения. Он слишком инертен, нужно активизироваться и, разумеется, больше двигаться. Начинается второй тайм первого группового матча в Лиге чемпионов. Не хватило точного паса. Томас Делейни. Долберг. Андрей Крамарич. Молодец, чистая игра в отборе. Денис Гармаш. Грубый отбор. За это желтое может быть. Желтую карточку показывает арбитр в этом эпизоде. Сергей Сидорчук. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Очень вовремя защитник играет на вынос. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Защитник перехватывает этот навес. Чистый пенальти!
Он обязан был забивать в пенальти, он и забил. Какой классный удар получился с 11 метров. Точно в верхний угол. У вратаря шансов практически не было. Четыре безответных мяча забито в этом матче. Есть у него уже одна желтая. Судья достает желтую карточку, а за ней и красную. Одно предупреждение уже было. Ну и спорить здесь бессмысленно. Желтую никто отменять не будет. Игроку надо было действовать осторожнее. Замена будет. Пора новые силы выводить на поле. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Павел Кадыржабек. Артем Беседин. Нет, эта атака не получается. Перехват. Получается отдать верхом. Навес в штрафную. Здесь ничего опасного. Мяч выбит из штрафной. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Двигается с мячом вперед. И теряют они мяч, к сожалению. 20 минут осталось играть. Гейгер. Тут силовая борьба. Павел Кадыржабек. Виталий Буяльский. Катает мяч игроки выигрывающей команды, никуда не торопится. Великий комментатор Николай Николаевич Озеров в свое время сказал: «Нам такой хоккей не нужен». Ну, в данном случае речь о футболе. Из-за боковой будут мяч в игру вводить они. Хороший прессинг, можно продолжить атаку. До ворот уже было недалеко, но мяч отобран. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Как видим, защита работает очень здорово. Судья уверенно показывает на точку, пенальти. Готовится сделать замену наставник команды. Гол! Отлично пробил! Игра продолжается, но преимущество одной из команд очевидно. 4-1. Владимир Шепелев. Виталий Буяльский.
Хорошо мяч укрывает он. Отличный момент, но судья останавливает матч вне игры. Якоб Брун Ларсен. Хоффенхайм хочет построить эту атаку через фланг. Атака развивается за счет индивидуальных действий игрока. И с лета пробил. Четко и просто вратарь играет. 3 минуты будет добавлено. Виталий Буяльский. Не получается сохранить мяч. И все, финальный свисток. Арбитра ставит точку в этом матче. Проиграли они сегодня. К сожалению, соперник оказался лучше готов к этой игре. Видно, это было и по общему плану, и в мелочах. Просто они лучше подготовились к старту в Лиге чемпионов. И знали, как играть против своего соперника.